девочки. Вот это все мое богатство. Вот все мои тканевые маски, которые хранятся вот в такой вот коробочке. Я люблю тканевые маски, пользуюсь регулярно тканевыми масками. В общем, обожаю. Итак, не совсем у меня здесь маски лежат. Это у нас маскирующие салфетки. Итак, давайте начнем по порядку. Начнем с первой масочки. Это у нас Биаква. Вот. Маска у нас отбеливающая с экстрактом розы и козьим молоком. Она хорошо отшелушивает кожу и убирает пигментные пятна. Вот. Не знаю, ни разу не пробовала. Вот взяла на пробу. Попробуем. Следующая масочка у меня. Витамин С. Это черный жемчуг. Вы знаете, не очень люблю маски черного жемчуга, потому что как-то я покупала себе тканевые маски. Вот, и мне не понравилось тем, что очень большое лекало в этой маске было. Очень большое. Пропитки хорошо, запах не ядреный. Вот, но лекало просто на какое-то гигантское лицо. Мне не понравилось. Но взяла на пробу тоже. Вот. Энергия сияния. Выравнивает тон против признаков усталости. Попробуем. Так. Следующая масочка у меня. Вот такая вот, китайская какая-то, а вот Биаква, тоже корейская, точнее, тигр, это масочка у нас с принтом тигра, гиалуроновая кислота здесь присутствует, вот увлажняет, женьшень здесь есть, ну, в общем, надо пробовать. Такая инстаграмная масочка. Попробуем. Следующая масочка. Это я заказывала с корейского сайта шампуни себе. Вот и эту маску. Это маска. Сейчас я вам скажу. Не скажу. По-русски не написано. Я уже не помню. Вот что она и как. Такая вот, видимо, роженка. Не помню. Следующая у нас Гарниер. Вот очень мне нравятся такие масочки. Вот пробую не первый раз. Тканевая маска. Питание бомба с кокосовым молочком. Интенсивное питание и сияние. Тоже хорошо увлажняет. Лекало в размер. Запах кокоса обалденный. Вот. Следующая опять же. Гарниер у нас увлажнение плюс комфорт. Супер увлажняет, придает комфорт, успокаивает покраснение. Для сухой чувствительной кожи, у меня жирная, но взяла попробовать. Плюс гиалуроновая кислота, экстракт ромашки. Тоже пробовала, мне понравилось. Следующая. У меня какая-то визитка. Следующая у нас вот такая вот масочка, альгинатная маска с фруктовыми кислотами и гиалуроновой кислотой. Тоже не помню, чтобы я ее пробовала как-то-либо. Вот как-то руки не доходят. Вы знаете, как-то лень. Эту маску нужно разводить, а тканевые достал, как говорится, одел и красота. Вот лень. Так что эта масочка лежит, ждет своего часа. Попробуем. Так, это у меня не совсем масочка, это у меня бальзамчик для волос. Следующая у меня вот такая вот ашановская масочка на основе красной глины, омолаживающая. Очень я люблю глину, вот для жирной кожи особенно черная подходит, голубая, зеленая я знаю. Это красная глина, так, омолаживающая. Тоже вот как-то руки не доходят попробовать, хотя очень-очень полезно. Следующая маска вот такая вот, очищающая. Тоже никак руки не дойдут попробовать. На основе глины, фруктовые кислоты, салициловая кислота. Вот так. Матирует. Убирает избыток кожного сала,
улучшает цвет кожи. Надо будет попробовать. Заинтересовала она меня эта масочка. Это вообще бомба. Бомба, нежное очищение, микромассаж, кислородными шариками. Вот. Беру, не знаю, в какой раз, в 12-й раз, наверное. Очень часто пользуюсь, очень она мне нравится, хорошо очищает лицо, пузырится, просто бомба. Всем советую. Так, следующая у меня вот такая вот маска. Это голубая глина, точнее. Очищает, обновляет, подсушивает, сужает поры, улучшает кровообращение для жирной комбинированной кожи. Тоже глина очень полезна, все никак не дойдут руки. Так, следующая, ага, очищающая маска. Вот я взяла такие две. И одну взяла освежающая с витамином С. Так, для всех типов кожи написано. Угу. Освежает, дарит приятное ощущение комфорта. Лучшее решение для усталой и тусклой кожи, потерявшей здоровое сияние. Так, тоже устраняет пигментацию от преждевременного старения кожи, улучшает цвет лица, тонизирует, освежает. Вот такая вот масочка. Попробуем. Так, следующая у меня опять, это уже другая марка, пузыри, маска. Вот, с гиалуроновой кислотой, эффективно очищает поры, выравнивает рельеф кожи, глубоко питает. Вот такой, кстати, ни разу не пробовала. Попробуем. Следующая у меня Елизавета. Обожаю. У меня на одну из этих масок было видео. Вот, мне очень понравилось. Лекала в размер, запах обалденный. Лекала такое тоненькое-тоненькое. Очень комфортное. Это у нас коллагеновая маска. Так, для чувствительной кожи. Для чувствительной кожи с высыпаниями, покраснениями и раздражениями. Вот. Следующая масочка от Елизавета. Вот. Не первый раз пользуюсь. Была у меня другая, у меня даже есть видео на канале. Вот я тестировала такую масочку. Это масочка у нас коллагеновая. Вот. Для чувствительной кожи, склонной к высыпаниям, раздражением и покраснением. В состав входит гиалуроновая кислота, коллаген, портулак, виноград, яблоко, персик, гранат, сливки и арбуз. Глубоко обновляет, убирает следы постакне, тонизирует. В общем, классно. Попробуем. Следующая у меня, даже две, точнее не совсем маски, это маски для ног. Вот для ног взяла две на пробу, вернее не взяла две, вторая в подарок досталась. Вот покупала в просторе, вот тоже ни разу не пробовала, хочу попробовать. Вообще маски для ног ни разу не пробовала. Напишите мне в комментариях, пробовали ли вы такие маски для ног. И вообще, пользуетесь ли вы масками для ног? Так, здесь у меня салфетки, точнее полоски очищающие. Вот, знаете, самая такая вот бюджетная марка. Очищает неплохо. По крайней мере, нет раздражения. Вот, были у меня до этого другие полоски. Я не помню торговую марку, но после снятия у меня, так сказать, после снятия у меня был ожог на носу. Прям вот как кожа прям слазила. В 3 дня я ходила с ожогом, с красным носом. Это было ужасно. А вот эти вот мне нравятся. Так, следующее у нас... А, это у меня пробнички, мини такие вот, виши. Вот, и
Белита, бодирующий крем-праймер, как он здесь оказался. И вот такой вот ночной гель. Так, это у нас маска «Ночное чайное дерево». Предлагаю сейчас вот протестировать вот такую вот масочку черный жемчуг с витамином С, вот энергия и сияние. Дорогие мои, а вот и я. Итак, свою кожу я уже очистила, и очистила ее вот такими вот продуктами. Первое — это гель для умывания Тывраше, клюква, смородина. Вот посмотрите, сколько осталось. Очень классный гель, бережно, мягко очищает, экономный пенный запах, просто бомбический. Следующее — это вот такой вот сахарный скраб, тоже можете видеть, сколько осталось у меня его. Вот, значит, он для лица и губ. На губы я его не наносила ни разу, но для лица он просто обалденный. Это мелкие частички, которые не травмируют кожу, которые имеют такой вот согревающий эффект. Когда вы наносите его на лицо, он просто обалденный. Итак, и собственно переходим к нашей масочке с витамином С, черный жемчуг. Значит, маска интенсивно питает, с первой секунды цвет лица улучшится и станет более ровным. Выравнивает тон кожи, повышает упругость, кожа выглядит более молодой и сияющей. Так, значит, наносим на 15-20 минут. Давайте-ка же пробовать. Открываем. Не очень люблю маски от черного жемчуга, потому что, я уже говорила, попалось не очень большое лекало. Достаем. Очень много здесь сыворотки этой. Такая вот. Пахнет. Не знаю чем, пока не поняла. Так, открываем. Вот такой вот лекало и надеваем. Можете видеть, лекало большое, видите? Ну, это еще маска более-менее, хотя отверстие для рта мне не нравится, оно очень огромное. Запах рисковатый, вот какой-то вот химический, не цитрусом точно пахнет, не могу сказать даже чем. Вот, пропитки так умеренно, то есть по шее не течет. Ну все, оставляем на 15-20 минут, мы с вами встретимся чуть позже. Итак, девочки, прошло уже больше 20 минут. Моя масочка даже подсохла изрядно, вот, все в себя впитала. Вот, давайте же снимать и смотреть, что получилось. Так, ну что я могу сказать? Вот, кожа напитанная, такая вот упругая, отдохнувшая, разглаженная. В целом мне маска понравилась, на удивление, да, эффект виден сразу, как говорится, на лицо. Итак, если вам понравилось мое видео такого формата, поддержите меня пальчиками вверх, вот, поддержите меня подпиской, комментарием,
А я с вами буду прощаться ненадолго. С вами была Наталья. До новых встреч. Всем пока-пока. Всем привет. Я в кадре.